Когда ребенок страдает врожденным пороком сердца, мы готовы сделать все возможное, чтобы спасти его. Но важно не только спасти ребенка, но также дать ему возможность полноценно развиваться в дальнейшем. В настоящее время в Узбекистане рождается в год около 7-8 тысяч детей с врожденными пороками сердца. Из них примерно 5 тысячам требуется операция в течение первого года жизни. Делается же только 2-3 тысячи операций. Интернациональная команда кардиохирургов, анестезиологов, реаниматологов клиники «Медион» в настоящее время выполняет все известные операции у детей, начиная с периода новорожденности, масса тела от 3 кг. Мы готовы дать ребенку второй шанс и позволить ему полноценно развиваться и расти, для того, чтобы он смог войти в свое будущее здоровым, полноценным ребенком. «Медион Innovation» – центр здоровья вашего сердца.